Приветствуем всех, это Байге Ньюс, и давайте узнаем, насколько часто наши астанчане и гости столицы говорят теплые слова, а именно «я тебя люблю» своим мамам. Да. А можете сейчас позвонить, там, не знаю, маме, сестре, тете, бабушке и сказать «я тебя люблю»? Мам. Да. Че, ты дома? Да. «Я тебя люблю». А че сейчас? Нет, ничего, просто. Отец. Нет, ничего. Просто я тебя люблю. Я тебя тоже люблю. Ага, давай. Очень часто говоришь. Очень. Нет, ну, говорю, но редко. А, говори. Че делаешь? Хера, че, на кухне. Я тебя люблю очень сильно. Я тебя тоже люблю сильно. Чё, тебя поймали? Да, меня поймали тут. Всё? Потом расскажу. Давай. В смысле потом расскажешь? Всё, давай. Мен сізді жақсы көрем, мам. Я тоже тебя люблю. Обратно меня. Ты меня обратно потащил. Алло, мам, сейчас много вопросов не задавай. Я тебе просто скажу, я тебя люблю. Я тебя тоже. Все, ладно, давай. Ничего, все нормально, нормально. Тут просто снимают социальный ролик, попросили позвонить, сказать, я тебя люблю. Давай. Ну а теперь я тоже позвоню своей маме и скажу самые теплые три слова. Это я тебя люблю. Я маму попросил по имени. Сейчас будет смешно, если она скажет. Не было? Алло, ма? Да, я слушаю. Это, я вообще что хотел сказать, я тебя люблю. Я тебя очень люблю, ты это знаешь, мама. Спасибо. И горжусь тобой. Спасибо. Так, кто? Хорошо. Зубы почистил, успел, все, не переживай. А, маму скинул. А ты позвонил своей маме? А ты сказал ей «я тебя люблю»?